На лекции рассмотрели представление религиозных традиций об обществе и специфику его восприятия. Как отмечают организаторы, информация, которую рассказали на лекции, полезна не только социологам, политологам, философам, а также всем тем, кто заинтересован историей социальной мысли. Моя задача-то как раз в чем заключается? Найти научную методологию, которая помогала бы понимать различные религиозные традиции в плане их социального учения. Я отмечу момент, связанный с такой важной нынче темой, как толерантность, терпимость, мир, дружба. Если я начинаю лучше понимать эту традицию, я, может быть, ее и не принимаю, но, по крайней мере, мне становится понятнее, почему они так действуют, так говорят, к этому стремятся. Мне кажется, это может быть одним из элементов развития терпимости, взаимопонимания и так далее, всего, что с этим связано. По словам организаторов, эта тема является широкой перспективой для современных гуманитарных наук, как исследовательская проблематика. Студентам материал лекции поможет увидеть новые темы для курсовых и дипломных работ. Так, например, студент Александр Шестаков нашел точку актуальности проблемы и рассмотрел ее в своей выпускной квалификационной работе. Интересуюсь христианской эсхатологией, христианским пониманием общества, христианским пониманием политики. Модель, которая позволит сформировать представление о немодерном обществе и о обществе, которое тоже имеет право на свое существование в рамках современного мира. В том, как понимает христианство и отцы церкви, понимание категории любви. Как неком понятии, которое основывает социальные взаимосвязи членов общества христиан. Отметим, что лекцию также планируют провести для школьников 9-11 классов и студентов, которые обучаются на технических специальностях.